Здравствуйте, это гороскоп Зурхай на ТВ. Меня зовут Дандоп Лама. Сегодня 28 апреля, пятница, 8 лунный день. Дуи Сумудр. Силы и последствия совершенных деяний в этот день приумножатся в 100 раз. День удачен для людей, родившихся в год лошади, овцы, обезьяны и курицы. Хорошо в этот день освещать статуи и изображения Будд, Бодхисаттв, Сахьюснов, почитать три драгоценности, совершать подношения, проводить обряды Далгаваха, Жапты, устроить праздник, играть свадьбу, регистрировать брак, надевать новые украшения, новую одежду, шить и кроить одежду, делать домашние дела, следить за своим распорядком дня, усмирять врага, заказывать таван харюлга, отправляться в дорогу к находке, все задуманное исполнится. День неблагоприятен для людей, родившихся в год тигра и кролика. Нежелательно в этот день проводить полевые работы, приводить невестку, отдавать дочь в невесты, кроить одежду, создавать эскизы одежды. Стрижка волос к удлинению жизни. И помните, умение прощать свойства сильных, слабые никогда не прощают. Крупнейшее сельскохозяйственное предприятие Бурятии приглашает на работу ветеринарных врачей, зоотехников, слесарей КПА и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильный заработок, доставка служебным транспортом, система корпоративных льгот. Работай на своей земле и получай достойно. Восточно-сибирский свинокомплекс «Сибагра». Офис улица Терешковой 3Б. Работа в Усть-Бряне Заиграевского района.